короткую программу Анастасия Грачева. Ну а мы видим, что уже практически готова к исполнению своей крайне оригинальной короткой программы Ксения Синицына, в нынешнем сезоне блестяще выступавшая на этапах юниорского гран-при и достойно представлявшая нашу страну в финале гран-при среди юниоров. Это ученица Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой школы «Снежные барсы». Обратите внимание на эту девочку. Su pequeña huella no vuelve más. Encendí la luna en silencio hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia esta copa no, pero la vida no pudo para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a fascinar con tu soledad, que pone más lejos la cuesta a buscar. Una rosa en tu parte bien pereza, con una alfonsina vestida de mar. Никогда не видела, чтобы она падала. Никогда. Подвернулся конек правый и упала очень тяжело. Ксюша. Очень красивая, изысканная, короткая программа. Просто изумительная совершенно. Я тренерский штаб поздравляю. Но она очень сильно упала, и у нее оценки, конечно, будут низкие. Но они будут набирать свои баллы сейчас на чемпионате России, где они будут отбираться. Она, конечно, такая выдающаяся девочка. Она могла быть здесь в пятерке, в шестерке, да? Могла бы, программа вообще гениальная, постановка, очень хореография необычная, каждый шаг очень выверен. Начало прекрасный, просто тройной флип с руками наверх. Посмотрите, высота какая, выезд. Такая вся ровненькая, стопы вытянуты. Двойной аксель. Сейчас будет Луц прямо
Но Луц был там прям толчок. Давно такого падения. Совсем в холостую абсолютно проскочила нога. Вот на отрыве, посмотрите, раз. Зубца вообще не было. Да, вообще не было. И зубца. Поэтому она, конечно, не докрутила очень много. На автомате пошла крутиться. И ну, высоты было вообще не было из-за того, что толчка не было. И, конечно же, очень неприятное падение. Без очень каскада осталось. Очень тяжелое падение. Ксения... Но я хочу отметить, наверное, сейчас можно отметить только прекрасную программу, прекрасную постановку. Да, это точно. Ну, кстати, и катание тоже отличное, но однако же с такими ошибками при имеющемся уровне конкуренции на чемпионате России претендовать.